Весь день я дождь. Всем привет. Радио 10 миллионов. Так, давайте мы откроем 100 радио, потому что я хочу Розиту и посмотрю, выпадет она мне или нет. Поехали. Раз. Понятно, Джаред, как обычно. Два. О, что-то вообще печально радио начинается. Ни золотых штук, ни Розиты. Что-то совсем все плохо. Три. Четыре. Просто сладость для души. Просто две золотых штуки Розита. Поехали дальше. Пять. Шесть. Мне еще две Розиты, да, надо? Абрахам, ох, красота. Семь. Восемь. Рик. Вот Рик как раз таки мне не надо было. Девять. Заблудший Шейн. Прям вот. Десять. И кого вот качать? Скажите мне, пожалуйста. Так, ладно, собираем. Смотрите, вот Рик у меня двухзвездочный. До 70-го уже можно вкачать. Розитку можно... Две розиты надо выбить. Так, короче, погнали, еще соточку открываем. И там уже будем смотреть, что мне выпадет. Поехали. Раз. Два. Холли, отлично. Три. Сейчас посмотрим, выпадет мне что-нибудь с них или нет. Четыре. Пять. Что-то нифига не падает. Шесть. Семь. Кроме Боба, как обычно, ничего. Восемь. Боб. Девять. И десять. Давай еще Боба. Вообще просто шлак. Один нападал, шлак. Что получается? Морган у нас, в принципе, трехзвездочный. Рик у нас, в принципе, будет двухзвездочный, да? В теории, конечно, его выгоднее поднимать. И Шейна.